Итак, всем привет, доброго вечера. Сегодня я вам покажу свой заказ по каталогу Oriflame 17-го, точнее так, по 17-му каталогу Oriflame. Это последний каталог в этом году, его здесь уже нет. Это первый каталог, который будет действовать со 2 января по 28 января 2017 года. Также в заказе у меня была такая... скажем так, вложение, сейл, каталог номер один в большом городе, 4 недели скидок, минус 50%, до 75% и прочее. Честно говоря, пролистав данный каталог, не совсем понятно конкретно, где там какие товары с какой определенной скидкой касаемо данной акции, но в принципе мы с вами попозже посмотрим, что же нам предлагает компания в январе. Итак, из чего состоял непосредственно сам заказ? Камера у меня сегодня живая. Надеюсь, что все не упадет. Итак, первое, что я достаю, это гель для душа. Бразильская страсть. Это мой гель. Здесь всего лишь 250 мл. У меня только что закончился гель японские церемонии. Очень мне понравился. Его хватило практически... даже, по-моему, больше, чем на месяц. Очень хороший гель, увлажняет кожу. Никаких раздражений, сухости нет, так что могу посоветовать. Следующее, что было в моем заказе, это шампунь и кондиционер, молоко и мед. Так, сейчас непосредственно сам шампунь. Вот такого вот формата. Здесь всего лишь 200 мл и шампуня, и кондиционера. Сейчас даже с вами понюхаем. Вот. Ну, такой соответствующий запах. Эту серию именно в линейке ухода за волосами я не использовала. Пока ничего не могу сказать. Единственное, что использовала лосьон для тела. В общем-то, неплохой. Аромат, правда, специфический. Вот, но, в общем-то, действительно справляется со своими задачами. Следующее, что было в заказе, это у нас тональный крем, тональная основа, тут не видно, смуфи из коллекции Dermy. На данный момент у меня есть только... BB-основа под макияж. Честно говоря, не могу сказать, что она мне нравится. Объясню, почему. Сейчас я нанесу, протестируем с вами непосредственно сам тональный крем. Мне не очень нравится, что она не очень плотно. Понятное дело, что BB-бальзам, он, в общем-то, сам по себе как бы легкий, да, но при этом он на время лишь матирует, на время лишь убирает складочки какие-либо и так далее. То есть, в принципе, его необходимо обновлять. Вот, не знаю, взяла на пробу BB-крем, посмотрим, как он себя поведет. Сейчас как раз-таки я его растушую. Ну, такой беленький, хотя, ну, сейчас, конечно, очень яркое освещение в ванной. В общем-то, посмотрим, как он себя поведет. Ну, в общем-то, такой жирненький этот крем. Посмотрим. Вот такой вот. Итак, это у нас не крем, точнее, а тональная основа Dermy. Ну, не знаю, вроде как из серии йогуртовый микс. Посмотрим, как она будет в ходу. Следующее, что было также в моем заказе, это наборчик Essence & Co. лимитированной версии. Наверное, уже только ленивый не заказал данный набор. Что же в него входило? Это непосредственно лосьон для тела и рук с жасмином и нероли. Мыло и жидкое мыло для рук. Ну, собственно говоря, сейчас я, наверное, просто мыло посмотрю, как оно пахнет. Говорят, что очень хорошая коллекция. У них там еще есть постоянная регулярная линия. Это зеленый,
чай, кажется, как-то так называется. Ну вот непосредственно само мыло. Довольно такой весомый брусок. Пахнет действительно очень вкусно и чем-то даже отдаленно напоминает парфюмированную воду Мисс Джордани, вроде бы как, если не ошибаюсь. Действительно, там есть, похоже, вот эта вот нотка нероли. Кстати говоря, хочу сказать про аромат. Кажется, да, Мисс Джордани он все-таки назывался. Сегодня я его нанесла, он целый день держался практически на одежде 100%, на теле полдня. То есть, в общем-то, аромат достойный. Так, что же касается данной серии, попробую, обязательно вам расскажу. Так, вот такой вот замечательный просто наборчик. По-моему, он шел по 400 с чем-то рублей, но вы читаете еще скидку непосредственно партнера. И можете сами посчитать. Так, ну, в общем-то, вот я растушевала тональный крем. Вот, смотрите, в принципе, разница, конечно, есть. В общем-то, действительно, кожа становится мягкой. На камеру не совсем видно. Но, в общем-то, да. Попробую, посмотрю. Итак, что следующее было также в заказе? Это наборчик пряный цитрус. Spice Citrus крем для рук и мыло в виде дольки апельсина. Ну, я уже не буду открывать, наверняка уже, по-моему, весь YouTube пестрит данным мылом, там в виде как бы апельсинки. Пока я не буду открывать, у меня все это пойдет в запасы. Сегодня как раз-таки планирую открыть мыло с якорем. Ну, кто помнит, там такой цветочный белый аромат. Не знаю, насколько долго его хватит. Пытаюсь открыть крем для рук одной рукой, но не получается. Ну, ладно, не буду открывать. Вот, так что все это идет у нас в запасы. Зима длинная, так что посмотрим. Следующее, что также было в моем заказе, пока только мой заказ идет, в клиентский тоже есть. Это новинка. Значит, шампунь для волос 250 мл. Это у нас против перхоти шампунь. В принципе, эта серия Hair X неплохая. Вот. У меня была уже такая для разглаживания с функцией для разглаживания волос. Пахнет почему-то какой-то жвачкой, не знаю. Попробую, обязательно все расскажу. Так, и такой же крем-флюид. Флюид-уход против перхоти. Увлажняет, успокаивает кожу головы, уменьшает проявление перхоти. Нанесите средство на чистую кожу головы, равномерно распределите и помассируйте, не смывайте. Так, вот этот вот, конечно, нюанс не смывать, очень интересный. Ну, не знаю, попробую, обязательно вам скажу. Очень жидкий, судя по всему, булькает. Вот, ну, не знаю, посмотрим. Так, следующее, что было в моем заказе, это как раз-таки зубная паста OptiFresh «Экстремальная свежесть». Эту пасту я еще не пробовала, у меня была оптимальная белизна или кристальная белизна. Сейчас у меня травяной комплекс в действии и, соответственно, вот экстремальная свежесть. Хорошая паста, очень надолго ее хватает, так что скидки там на нее не было в этом каталоге, но так как она уже мне необходима, я на всякий случай озаботилась этим вопросом перед Новым годом. Следующее, что также мне пришло, это новинка. Капсулы, по-моему, с 5 маслами или 6. Вот, честно говоря, перечислять, если сейчас тут... Да, тут есть у нас с вами, смотрите, инструкция. Сейчас посмотрим. Здесь вот такие вот капсулы. Многие из вас, наверное, уже видели их в YouTube. Я вообще заказывала в прошлом каталоге по спеццене за 999 рублей, хотя цена их там 2000 рублей. Но дело в том, что... То есть 999, минус, опять же, скидку партнера. Но дело в том, что они закончились по той цене, по которой они были, вот они мне пришли в следующем каталоге. Какая-то очень странная баночка, но не знаю, посмотрим.
Соответственно, какие тут масла? Я постараюсь посмотреть сейчас, кому интересно. В принципе, я так поняла, что действие их как, в принципе, сыворотка. Сыворотка для лица. То есть это быстро впитывается, увлажняет, насыщает кожу, питает. Так, с концентратом масел. Вот пытаясь найти, сколько тут масел. Тут, в принципе, описывалось, но что-то я не вижу их. Так, сейчас я разверну. Посмотрим вместе. Так. Вот. Ну, понятное дело, что тут соя. По-моему, там было еще какое-то льняное масло. Еще какое-то. В общем, опять же, более подробно я опишу, наверное, в блоге, который все никак, к сожалению, не могу напомнить, хотя у меня уже просто готово большое количество комментариев и мнений. Надеюсь, что в ближайшее время обязательно заполню. В общем, вот такие вот масла, капсулы с маслами внутри. Вот, обязательно вам потом тоже все расскажу. Так, следующее, что еще было в моем заказе, просто батарейка, место, точнее, на карте памяти подходит к концу, поэтому я постепенно буду, скорее всего, вторую часть снимать. Следующее, это жидкость для снятия макияжа с глаз и с лица от серии The One. Хорошая жидкость, маслянистая такая, быстро удаляет макияж, ну, никаких нареканий, собственно, нет, так что, вот, как вы видите, взяла второй раз. Следующее, что также было именно в моем заказе, это по супер цене средство для глаз, для кожи вокруг глаз. Не вижу здесь на русском языке. В общем, вот такое вот из серии Optimum. Там он идет, по-моему, серия с кислородом, что-то такое. Очень хороший крем мгновенного действия. Я наношу его обычно на ночь. У меня как раз сейчас заканчивается, и я купила, там была какая-то очень большая скидка в этом каталоге, купила вот данный кремушек второй раз. Мне очень нравится его, на, по-моему, на месяца 3, что ли, хватает. Очень хороший крем. Вот. Ну, кто не пробовал, попробуйте. Здесь до 8-19 для любителей посмотреть срок годности. Хотя, в принципе, это правильно. Срок годности нужно смотреть всегда. И не только на косметических продуктах. Итак, следующее, что было в этом же заказе. Наконец-то долгожданная. Это обложка для паспорта. Очень мне хотелось давно купить. Там были в распродаже какого-то такого темно-зеленого цвета, такой как петролиум. Но, к сожалению, как только я пыталась заказать, соответственно, этого товара уже не было на складе. Все просто по какой-то очень низкой цене их раскупали. И непосредственно вот у нас наступает год петуха. И я вот прикупила обложку для паспорта. Моя обложка для паспорта меня, в принципе, относительно устраивает на данный момент. Она такая клеенчатая, на ней нарисован экран заставки телевизионной. Но, кстати, обложка от Мити Веселкова была. Но, соответственно, срок годности ее тоже истекает. У меня садится сейчас карта памяти. Вторая часть, ожидайте. Итак, продолжаю снимать, пока есть еще время. Вот, собственно говоря, обложка от паспорта у меня от Мити Веселкова, но там за счет того, что она клеенчатая, стирается сам рисунок, и она уже стала совсем бледная, поэтому обложка для паспорта просто необходима. Честно говоря, вот эту обложку я давно не особо, скажем так, приметила в каталоге, хотя она еще была, по-моему, в предыдущих двух, но в каком-то из каталогов я очень близко посмотрела, увеличила сам рисунок. Если вы видите, а вы не можете не видеть, здесь есть такое как бы теснение. То есть при близком расстоянии вы можете увидеть это теснение, то есть это не
сплошное, да, скажем так, а очень интересный красивый рисунок под шелкографию сделано. В реальности, конечно, очень хороший. Вот вы можете даже видеть, переливается. Очень хорошая обложка. Наконец-то я поменяю. Внутри такой стандартный кармашек. Кстати говоря, здесь какая-то картонка. Судя по тому, если вы видите, здесь какой-то картон там внутри лежит. То есть, в общем-то, интересный. Ну, надеюсь, что и непромокаемый. Так. Там, помимо этого, есть какие-то еще нитки. Это бумажечки. Это просто бумажечки. Вот, силиконовые, их можно выложить. В общем-то, хорошая такая обложка. Вот, я очень рада. И год петуха, в общем-то. Неплохая обложка. Ну, вообще, с виду она как будто бы даже где-то клеенчатая. То есть, в принципе, паспорт ваш не промокнет. Кто не оценил или еще не присмотрелся, присмотритесь обязательно к обложке. Очень хорошая, мне понравилось. Так, дальше, что у нас еще? Также, что у меня еще было, это, конечно же, мочалка у меня есть обычная белая. Ну вот, собственно говоря, там какая-то лимитированная коллекция, по-моему, вышла. Ну вот, собственно говоря, вот такая вот трехъярусная. Очень такой благородный цвет, наверное, подойдет и для подросткового возраста, и для взрослых. В общем-то, такой не яркий, не броский, в подарок, кстати говоря, подойдет. Очень хорошая мочалка. Так, что было еще именно в моем заказе? Это заколка. Заколка из, по-моему, премьер-клуба, что ли. Так, я попытаюсь ее открыть. Не вижу, с чего сделано. Это, знаете, такой советский тип заколок. Раньше такие были в моде. Потом они, конечно же, исчезли и с рынка ушли. Ну, в основном, как бы, в больших городах. Ушли, но где-то, конечно, они остались. Вот, но в основном они стали непопулярны. То есть, но в 90-е, конечно, это прям вот пик, каких только цветов не было. Но, как вы знаете, кто, в принципе, понимает, что такое мода, она возвращается. И, в принципе, эти заколки очень удобные. То есть они собирают волосы ваши. Вот. Я не помню, как называлась эта серия. Она раньше присутствовала в компании Oriflame. Вот такая вот интересная заколка. Она, кстати говоря, довольно-таки тяжелая. Ну, вот, честно говоря, прям ностальгия. Вот такой механизм. Мы нажимаем, она открывается. И, соответственно, ей можно закалывать волосы. Очень красивая такая, она переливается. Было указано, что она в основном под вечер годится. Но, в принципе, если у вас, на вас, точнее, какой-нибудь присутствует вещь темного цвета, серого или темного, она отлично впишется в ваш образ. В общем-то, завтра как раз ее и испробую. Так, следующее, что было в моем заказе, это третья часть внутрикомплекса для волос и ногтей от серии Wellness. В общем-то, я уже описывала про эффект от этих витаминов. В общем-то, кто сомневается, брать, не брать, попробуйте. В общем-то, эффект есть. По крайней мере, я его ощущаю точно и на ногтях, и на волосах, и даже на зрении. И последнее, что осталось в моем заказе, это клиентский небольшой заказ. Это набор рисовое молочко и абрикос у меня опять взяли на подарок. Я этот комплект еще не использовала, поэтому ничего сказать не могу. Но, в принципе, отзывов много хороших, поэтому на подарок на Новый год подойдет. Следующее также, что заказали по моим же рекомендациям, это Lip Balm, это BB бальзам. Открывать не буду, ну хотя, если откроете сейчас, и не буду. Ну, вы знаете, там есть вот такой как бы бальзам,
цвет розовенький, но он на самом деле бесцветный, очень хороший бальзам, мне нравится. Вот человек уже берет второй по моим рекомендациям, и отзывы только хвалебные. Последнее, что было в клиентском заказе, это тональная основа The One. Очень много прям кто заказал, я знаю, людей эту тональную основу прям, опять же, хвалят в YouTube, прям чуть ли не каждый второй заказывает, когда видит скидку. Так, у меня опять садится камера, встретимся с вами в следующей части. Итак, продолжаю рассказывать вам про тональную основу The One. Так, ну, в общем-то, что могу сказать? Это у нас оттенок Light Ivory, это самый светлый оттенок. Очень много людей, опять же, да, вот клиентов и, ну, скажем так, потребителей, не будем делить на клиентов, партнеров, потребителей хвалят данную основу. Я пробовала из серии Giordani Gold. Мне очень нравится Giordani Gold, она действительно какая-то вот кремообразная, подстраивается под структуру кожи, даже если нанесено на, ну, через какое-то время, естественно, на крем. То есть, в общем-то, ну, отличный такой эффект. Данную тональную основу я лично не использовала, вот как раз-таки у клиента и спрошу, как она в действии. Кто не знает, сейчас на них очень хорошая скидка на эту тональную основу, поэтому присмотритесь. Может быть, даже вы приобретете кому-то в подарок на Новый год. Отличный подарок. Тональная основа, к сожалению, точнее, к счастью, в наше время уже, ну, как очередное мыло или пудра для лица. Поэтому вещь незаменимая. Всегда пригодится. И последнее, что у меня осталось, это у нас парфюмированная водичка, точнее пробник парфюмированной водички. Это у нас Viva City. Так, очень плохо видно, на каком бы... Так вот, Viva City. Eau de Toilette. Это женская, мужская, да. Женская водичка. Ну, сейчас, конечно, не знаю даже, есть ли смысл открывать. Ой. Вот так вот, видите, открыла, что у меня аж практически сразу все и пролилось. Ну, не суть дела. В любом случае, ее бы пришлось открывать. Я сейчас нанесу такой достаточно цветочный аромат, сразу чувствуется такой мягкий цветочный аромат. Ну, посмотрим, опять же, отзывы потом. И мужская такая же. А, нет, мужская это Venture Beyond. Такая оранжевенькая. Мы сейчас ее посмотрим в каталоге с вами. Вот. Ну, опять же, все впечатления потом. Неплохая такая водичка, цветочная. В общем-то, даже где-то весенняя, но не зимняя. Итак, теперь мы с вами посмотрим следующий каталог, что мне приглянулось. У меня же все попадало. В следующем каталоге будут новые помады, но я думаю, что, скорее всего, они, конечно же, старые, просто обновленная линейка какая-то от Color Box. Тут большое многообразие цвета, кожный такой как бы срез, ну, как на обычных, в принципе, помадах, но такая типа универсальная. Тут достаточно действительно количество цветов очень большое, может быть, каждая для себя подберет. Ну, судя по фото, это будет какая-то такая увлажняющая помада. Вот, поэтому присмотрите. Тем более по цене 149 рублей. Ну и за минусом еще скидки партнера. Так, я, наверное, сразу буду листать на те странички, которые меня заинтересовали. Так, первая страничка. Кстати говоря, хотела обратить ваше внимание на дизайнерское оформление каталога. Кстати, вот та самая водичка Venture Beyond для мужчин. Она идет с мандарином, железным дубом и амброй. Хорошая цена на нее. Ну и вот, соответственно, дизайнерское оформление этого каталога. То есть далее вы можете на каждой страничке видеть вот такие вот, таких вот трех девушек. Очень интересно оформлен, в таком молодежном стиле. Поэтому интересно.
Я даже тут недавно заходила на Почту России. Они тоже изменили дизайн коробок. То есть там вы теперь можете не Почту России видеть, а именно то есть коробочка. И внизу города, то есть, точнее, часть города, там, по-моему, Москва-Сити изображена, храм Василия Блаженного. Ну, в общем, интересный такой дизайн. Так, что меня привлекло в этом каталоге? Как вы знаете, кто следит за моим видео, у меня была водичка вот такая вот, это у нас Air. Сюда входила черная смородина, майский ландыш и цветок тиары. Хорошая цветочная водичка. Сразу она раскрывалась таким вот терпким ландышем, но потом отпускала, и был очень приятный аромат. Очень хорошая цена, потому что полная цена их 620, а в этом каталоге можете купить по такой цене 249, минусуйте скидку партнера. То есть, в принципе, цена просто сказочная. Очень хороший аромат, вот я его как раз-таки уже отметила. Пусть будет, сейчас тем более зима. Пригодится. Так, следующее, что я также отметила, ну, это пробник новой водички Эклет Мадемуазель. Вот, новинка следующего каталога. Ну, пробнички я всегда заказываю, чтобы можно было сразу не взять и не ошибиться потом при покупке полноразмерной версии. Так, что еще у меня здесь отмечено? Это мужская водичка Эклет Луи. Здесь грейпфрут, лаванда и колдовская. О, простите, не колдовская, а кордовская кожа. Наверное, очень приятный аромат будет. Не знаю, посмотрим. Тоже возьму, так как у меня очень часто спрашивают друзья, коллеги. Тоже про мужские ароматы, поэтому. Так, что еще было? Вот пытаюсь найти. На самом деле, в основном тут не очень много, скажем так, продуктов мне приглянулись в этом каталоге. Наверное, потому что уже все есть, поэтому ничего особо и не приглянулось. Так, следующее, что здесь, это у нас дезодорант спрей, антиперспирант без белых следов Активель. Хороший дезодорант. У меня сейчас с хлопком. Действительно очень хороший, выполняет свою работу. В общем-то, такой же неплохой, как и шариковый. То есть, в принципе, они на одном уровне. Единственное, что этот быстрее высыхает, его нужно чуть-чуть. Но шариковый нужно подождать, пока кожа высохнет. Следующее, что мне также приглянулось здесь, это у нас ароматизированный тальк для тела, освежающий бриз и зубная паста экстремальная свежесть. Ну, в общем-то, паста к тому моменту, когда буду оформлять заказ по этому каталогу, уже закончится. Поэтому пойдет запасы. Ну и, соответственно, тальк у меня есть на данный момент, цветочный букет. Очень хороший. Я его возьму специально для лета и весны. Так как у нас грядет скоро уже потепление. Несмотря на то, что сегодня конец декабря, но это правда. Время летит быстро. Вот будет новая новинка, значит, новая сумка, коллекция Мегаполис. Ну, честно говоря, на самом деле я не планирую ее заказывать, просто открыла вам показать данную страничку. Я люблю такие сумки, летом особо их не использую, так как я в основном, бывает, передвигаюсь на велосипеде. Вот, хотя, ну, посмотрим, не знаю. У меня была когда-то из серии манго такого плана, с кармашком посередине. В принципе, прослужила мне несколько лет. Хорошая сумка, ничего не могу сказать. Так, следующее, что мне приглянулось в этом новом каталоге, наверное, нет, что-то еще есть. И эта новинка, влажные салфетки, влажные диски для снятия лака. Здесь всего их 26 штук. Они пропитаны каким-то уже специальным средством для снятия лака с ногтей. Кстати говоря, хочу акцентировать ваше внимание на лаке, на ногтях. У меня сейчас лак розовый кварц, кажется, так называется. Он хамелеон. Я сначала подумала, что ошиблась, увидев его в каталоге, потому что в реальности он совсем другой, но на камеру он отдает очень интересно.
Вообще, действительно, очень интересный цвет, такой металлик. Это вот новинка, лимитированная коллекция. Если я сейчас увижу, я вам его обязательно покажу. Ну, знаю, что он очень многим, опять же, приглянулся, женской половине. Вот, поэтому... Нет, не найду я его сейчас. Ну, если увижу вдруг по пути... Сейчас посмотрим. Тут как раз начались лаки. Вот, но, судя по всему, наверное, уже здесь не будет. Нет, не будет. Ну, не важно. В принципе, это не так важно. Так, ну и, в общем-то, все на самом деле. Здесь уже пошла серия Giordani Gold. В общем-то, не очень много. Тут также вот эта вот водичка как раз. А, нет, водичка White Original. Новая. Ну, в принципе, неплохая такая. Цветочный аромат. Здесь у нас получается эссенция Флёр д'Оранже, гиацинт и пачули. Очень, конечно, ядреный вот этот гиацинт. Я вообще не очень люблю гиацинт. Он такой какой-то горький. И вообще, отставка какая-то не очень приятная. Ну, в принципе, для многих этот каталог покажется, как и всегда, каталогом распродаж. Поэтому приглядитесь. Наверняка вы найдете что-то для себя полезное. Это был мой последний заказ по каталогу Oriflame в этом году. Все встретимся уже в следующем. Всем пока и с наступающим!